Индийская ракета-носитель вывела на орбиту 36 спутников связи британской компании OneWeb. Запуск осуществлен с площадки космического центра на острове Шрихарикота. Устройством должны пополнить группу, которая состоит примерно из 600 спутников. Аппараты обеспечат население интернетом. Новая партия позволит увеличить охват на территории США, Европы и большей части Ближнего Востока и Азии. Напомню, предыдущий такой запуск состоялся в прошлом году.